В Хасавюрте открыли новый детсад «Светлячок». На торжественной церемонии открытия приняли участие председатель правительства Абдусамат Гамидов, министр образования и науки Шахабас Шахов, министр энергетики, транспорта и связи Сагид Паша Умаханов и другие официальные лица. Значимость открытия еще одного детского сада в городе была особо отмечена. После торжественной части гостям провели небольшую ознакомительную экскурсию и показали уровень подготовленности к принятию детей. Разрешите мне от имени главы нашей республики Рамазана Кадимуровича Абдулатипова, от себя лично, от правительства, от депутатского корпуса еще раз поздравить хасавюртовцев, тех людей, жителей этого микрорайона с прекрасным сегодня праздником, открытием этого прекрасного детского дошкольного учреждения. Дай Бог, дай Аллах, чтобы у нас была возможность, чтобы мы за эти годы полностью обеспечили наших детей дошкольными учреждениями. Хочу поблагодарить за эту работу и министра образования, который сделал за эти годы очень много для того, чтобы добиться этих результатов. Хочу поблагодарить бывшего главу муниципального образования Сагид Паша Дарбишевича, который сегодня пошел в правительство помогать нам всем решать тот клубок вопросов, задач, которые у нас сложились. Нового главу муниципального образования поздравить, что с вашим приходом, как говорится, на этом учреждении мы не остановились, и каждый год таких учреждений было побольше открывались в городе.